Друзья, в ночь с 24 на 25 марта в Италии перевели стрелки часов на час вперед. Мы сейчас находимся на платформе, сейчас без 10 минут 11, а на вокзальных часах, как было без 10 10, так и осталось. Это Италия! Да, здесь никто никуда не спешит и не спешит переводить часы. Да, прошло уже, собственно, 3 дня после того, как перевели часы на вокзале. Время по-прежнему старое, поэтому лучше лишний раз уточнять, сколько времени. Вот где-где, но на вокзале это надо было перевести. Многие просто могут опоздать на поезд.